Начнем выпуск с печальной новости. 5 мая в 18 часов 32 минуты по московскому времени в аэропорту Шереметьево произошло авиационное ЧП с пассажирским самолетом «Сухой Суперджет-100» авиакомпании «Аэрофлот». По информации дирекции по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево рейс СУ-1492 вылетел в плановом режиме 18.02 по маршруту Москва-Мурманск. После взлета экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 73 пассажира и 5 членов экипажа. В 18 часов 30 минут по московскому времени пассажирский лайнер совершил жесткую посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание. В результате ЧП погиб 41 человек. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Следственного комитета России, по факту аварийной посадки пассажирского самолета в столице личном аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц. Следствием рассматриваются различные версии произошедшего. Техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия, а также недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших технический осмотр борта работников. Шереметьево и Аэрофлот выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших пассажиров и окажут всемерное содействие. Работает телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса СУ-1492. В аэропорту Шереметьево +7 495 232 65 40 и горячая линия МЧС 8 800 775 17 17.